Слушайте, волки! Слушаем, Кляксин, что прикажешь? Да и теперь по причине твоей хлопушки мы поступили в твое распоряжение. Тем лучше, тем лучше. А вы можете быть дрессированными. Мы уже давно дрессированные, передрессированные. А на задних лапах можете? И на задних. И по веревочке. Да, и через кольцо прыгать. Все можем. Вот это здорово. Тогда приходите вечером в мою школу на елку. Во, будет номер! Петр Кляксин, дрессированные волки! Волки немедленно убежали репетировать и переодеваться, а Петя заторопился в город. Когда же он, изрядно запыхавшись, наконец добрался до школы, то от изумления чуть не сел. Из освещенных окон его класса неслась музыка, смех, крики. Ой, ребят, я не опаздываю, я вон елку принес, смотрите. Ой, вы уже нарядили. А мы подумали. Да ну, нам стало стыдно, что все тебе одному придется делать. Вот мы и взялись все вместе. Это был очень веселый вечер. Ребята придумали пропасть разных шуток, игр, шарат. Пришел на елку и расколдованный Кляксиным певец, и дрессированные волки, а учителя... Они смеялись, играли и пели, как... Я чуть не сказал, как маленькие. Но, во всяком случае, они оказались такими веселыми и интересными, что ребята их совсем замучили. Прибыл на елку и тот самый странный дедушка, которого Петя отыскал в проруби. Когда Кляксин увидел его в шубе, шапке и валенках, он сразу понял, что перед ним стоит сам дед. Впрочем, вы, друзья, давно догадались, кто был этот дедушка. Не так ли? Ну, Петя, молодцом. Упорство, брат, горами двигает. Доброго вам Нового года, ребятишки! Спасибо! Спасибо! Ой, что это? Тихо, не обращайте внимания. Это просто два дрянных существа из сказки «Наоборот» хотели испортить нам праздник. Они заглянули в окно и лопнули от злости. А теперь послушай, Кляксин, ты отлично использовал мои хлопушки с сюрпризами. Но у тебя осталась еще одна. Осталась. Ну вот и хлопни сейчас. Будь уверен, это сработает наверняка. Только загадай желание. Желание? Да. Ну, ребят, ну чего? Подожди, самое хорошее желание. Правильно, самое хорошее. Так, я хочу... Ой, я так много хочу, Дедушка Мороз, что даже не знаю, что загадать. Подумай. Сейчас. О, вот, придумал. Я хочу, чтобы все ребята по всей стране, где бы они ни жили, были сегодня веселы и счастливы. До свидания, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Мы еще встретимся.